Всем привет, ребятки, а вот я, Зайка Вера. И сегодня мы с вами будем лепить кошечку из ЛПС. Такую замечательную, в общем, животные коллекции. Давайте скорее смотреть. Подготовим кучу деталей и начнем творить. Наша кошечка будет фиолетового цвета. Мы скатаем шарик, сплюснем его вот так ладошками. И у нас получится вот такая вот деталь. И вот эту часть, где у нас шея, мы сплюснем о стол. Само дело, это, в общем, такой вот толстый жгутик, который мы сгибаем в шею, а здесь пальчиком надавим, и получится переход от шеи в туловище. Так, но сначала мы сделаем ей мордочку, оформим ее. Нам понадобится белая пластиночка в нижнюю часть нашей головы. И здесь у нашей кисы будет носик. Небольшой фиолетовый шарик на месте. Затем с помощью стыка мы наметим, где у кисы будут глазки. Так, возьмем белый шарик. Сплюснем его. И попробуем уложить его внутрь. Еще немножко его придавим. Затем мы возьмем зеленый шарик. Сплюснем. И прикрепим верхний уголок глаза. Также поступим и с черным шариком. Ой, нет, это у меня не черный, это синий. А мы возьмем черный. Теперь мы возьмем маленький белый шарик и сделаем ему точечку блик. Затем мы возьмем еще совсем чуть-чуть белого, чуточку, и прикрепим вот сюда, в нижнюю часть зеленого цвета. Одна глазка готова, соберем вторую. Глазки на месте. Сделаем же ему небольшую улыбку. Потому что без улыбки, ну никуда. И не туда, и не сюда. Так, она на месте. И нам с вами нужно сделать треугольнички уши. Синее ушко внутри белый треугольник. Мы берем и с помощью стыка сделаем их такими немножечко подкрученными внутрь. Теперь заберем даже, наверное, немножечко в бок. И заберем второе. Мы также берем треугольник, небольшую пластиночку белого цвета. Берем наш помощник стык и вот так вот слегка обернем. Ну вот, уши на макуши. Давайте соберем ей лапы. Передние вот такие два треугольничка. И задние треугольнички, но чуть длиннее. К каждой лапе мы прикрепим по белой пластинке. Все пластинки на месте. И можно крепить.
стоит. Теперь сам хвост, такой вот жгутик, который мы сначала загибаем вверх, а потом еще сам кончик немножечко в бок. И на сам кончик мы прикрепим синюю пластиночку. Это будет такое пятнышко. Пятнышко у нашей кисы. И на брюшко мы также прикрепим небольшую пластинку из синего цвета. Так она будет интереснее. И теперь хвостик. И голова. Ну вот, наша красотуля готова.